что, ребята, всем привет, с вами Димас. Мы решили сегодня поехать в лес, снять небольшое видео для вас со сбора грибов. Уже должны пойти хорошие благородные грибы, не всякие свинушки и тому подобное. Сейчас займемся поиском грибов, надеюсь, что-нибудь найдем. Так что вперед за поисками грибов. Ну вот, ребят, нашли мы грибы первые. Это называются боровики или поддубники. Но они тут раздавил кто-то его. Вот. У них особенность, они синеют сразу, ножка синеет или что-то еще. Вот видите, отламываем, они желтые синеют. Вот. На это тут наступил на малыша. Вот. А этот, видите, немножко сопрел. И вот его малыши. Мы не будем, естественно, трогать, пусть растет, грибницу не трогать. Зачем? Еще что-то вырастет. Так что, ну, хорошие грибы есть. Ищем дальше, идем, собираем. Вот подумайте, здесь что встречается. Что, ребята, вот мы нашли первый достойный гриб. С виду это подосиновик, может, под березовик, но шляпка розовая, похож на подосиновик. Довольно крепкий, попробуем срезать. Да, это подосиновик. И вот его тоже черта, он начинает синеть, зеленеть. Вот главное, но он большой и, к сожалению, видите, вот точки есть. Он червивый. Он крепкий, хорошо, он червивый. Если бы это был белый, то да, мы бы могли его взять. Такой гриб, ну, мы не берем такой гриб. Пусть он будет, разлагается. В принципе, он съедобный, хороший, но мы такой не возьмем. Ну, главный показатель, что есть грибы такие большие, подосиновики уже. Так что среди осин есть шанс найти нам хорошие маленькие грибочки. Будем искать дальше. Вот, ребят, нашли мы еще грибочек один. Это подберезок уже. Шляпка коричневая. Такой вот. У него хороший показатель. Но, опять же, я не верю, что он хороший. Но, смотрите, чистый. Шляпка твердая. Даже не будем разрезать, уже до дома. Шумит хорошо, пахнет грибом, ну, как бы грибом, кому как нравится. Берем. Ребята, вот нашли еще грибочек один. Поддубничек. Немножко синеет. Ну, как бы они редко червивые бывают. Крепкие, хорошие. Ну, что-то, хоть что-то есть. Иногда встречается. Ну, вот, можно где-то поблизости посмотреть еще. Ну, что-то не особо видно. Ищем, смотрим, наблюдаем. Оп. Ребят, ну что, вот мы вернулись с леса. Набрали немножко грибов. Ну, так. Чисто для съемочек. Вот, добрали свинушечек, тут парочку. Есть хорошие, красивые экземпляры у нас. Подосиновики, поддубники. Вот, благородных грибов не нашли. Ни белых, ни лисичек там, и там подобные. Видимо, рано. Как бы, ну, уже как бы начало июня, должны появиться, но как бы в этом году, видимо, запаздывает сезон. Хотя были проливные дожди, сейчас тепло, неделя стоит, сейчас тридцатка. Грибы должны появиться, но грибов так себе, мало. Думали, больше будет. Хотели найти гриб сатанист или так называемый сатанистский гриб, чтобы показать, сравнить. Вот, но как бы единственное отличие, поддубник он синеет, сатанист тоже синеет,
Только у сатаниста здесь красное, здесь более светлое. Такой цвет, не коричневый, а светлый, серый. Естественно, блюдо получается, если варить бульон или что-то еще, все грибы горькие. Естественно, ядовитые. Расстройство желудка и остальные последствия, жидкий стул, все остальное, не дай бог отравление. Так что сейчас переберем и, естественно, будем варить. Мы не будем их сразу жарить. Это если бы эти были лисички или белые, возможно, мы бы сделали сразу, начали их жарить. Такой у нас получился небольшая экскурсия. Были, может, вы скажете, почему так одет, там, в шортах. Не слишком, как бы, такой лесная у меня одежда была. Леса у нас такие добрые. Живности не особо много, только кабаны, змей нету, мошки. Намазался немножко дегтем березовым перед выходом. Ничего, как бы, ни комары, ни что меня не берет. Вот хорошие, кстати, это, возможно, видео с ними тоже, как он делать. Вот хороший способ от комаров и клещей. Вот, и как бы бояться нечего, в лес можно ходить так, если одеться сильнее, жарко очень. Ребята, всем привет. С ботом мы собрались на следующий день и решили все-таки сделать картошку жареную с грибами, с зеленью, со всеми делами, со сметаной. Ингредиентов немало. Готовится быстро, как бы рецепт очень простой, ну, достаточно вкусный. Картошку мы почистили, порезали, грибы варили, тоже два раза подсолили, все нормально. 100 грибов получилось. Лук репчатый, лук зеленый, укроп свежий, кинза на украшение, масло у нас сливочное, растительное и сметана. Соль, перец там чуть-чуть будет, потом увидите. Так что все просто, ингредиенты такие, все, всех есть, готовится очень все просто, будем в казане все делать. Так что костер горит у нас, сейчас переходим к казану. Все, ребята, мы перешли к мангалу, с нами масло, я Димас, Антон, Хабиб, тут все готово. Вот, льем маслице, у нас раскалилось все, отлично раскалилось прям, сейчас будет бабах. Ну, достаточно наливаем. Избавимся от лишней воды. Оператор, отодвиньтесь немножко, а то все будет очень жарко. Вот. И потихоньку опускаем. Не делаем глупости, как делают многие видео, когда воду вливают в масло. Это пи***. Обязательно, чем меньше воды в картошке, просто реально это пожароопасная штука. С этим нельзя шутить. Но при этом надо, чтобы сильно раскалилась, чтобы она корочка была и огонь был сильный. И как бы самая вообще вещь, когда жарите картошку, обязательно растительное масло и добавляйте сливочное. У вас будет отличный колер. Когда просто сливочное, он подгорит, а когда просто смешаете растительное и сливочное, то будет отличный колер. Так что все, прям кидайте масло сверху и накрываете крышкой. Вот, закидываем дров больше и жарим прям сильно. Часто не открываем, каждые там 10 минут. В принципе, достаточно даже помешать 3 раза, и все будет отлично. Вот, ребята, мы добавили уже лук минут 5 назад, он начал обжариваться. Картошка уже обжаривается вовсю. И мы добавим наши отварные грибочки, чтобы было видно. Они тоже с водичкой, естественно. Вот, добавим немножко специй. Кумин, зира. Чуть орегано. Чуть кориандра.
Ну и перца добавим. Молотого. И немножко карри. Совсем немножко. Вот, помешали и добавим соли. Как уже говорил, в концовочке почти. Так. Главное не пересолить. Если что, досолит. Укропчик. И лучок. Накроем крышкой для того, чтобы сейчас она постоит прям 5 минут. Зелень упадет, помешаем и уже тогда добавим сметану, будет томиться уже еще несколько минут. Ты можно добавлять сметанки. Я много не добавляю обычно. Края. Она сейчас потает и туда уйдет. Ну, полбаночки примерно на казан. Ну, можно целые, кто любит сметану. Вот, и накроем крышкой. Сейчас потомится немножко, прям 5 минут буквально, даже меньше, и все открытое будет, все готово. Ну вот, ребята, вот приготовили мы такое достаточно простое блюдо с вами: жареная картошка с грибами, с лесными, домашняя картошка, лесные грибы, сметана, не домашняя, но все же, зелень разная. Посыпал я кинзой, я люблю кинзу, многие не любят, можно не посыпать, можно другой зелень посыпать. Пробуем, как что у нас получилось. Идеально, вообще вкусно. Сметана кислинку придает. Она у нас загустела немножко. Очень вкусно. Так что советую готовить вам простое блюдо. Картошка, грибы, все есть. Можете это на сковородке опять же готовить. Не обязательно в казане. Ну, в казане вкуснее получается, уж на природе. Но в казане можно и дома готовить, конечно. Готовьте обязательно, пробуйте. Вкусное блюдо, простое. Все, с вами был Димас, оператор Антон и прекрасная природа. Всем пока-пока. Увидимся.